Приготовим вкусного гуся на праздник. Разрежем его на кусочки. Будем его тушить кусочками. Обжарим на сильном огне. И добавим много лука. Как только гусь и лук хорошо обжарятся, мы добавим немножечко воды. Параллельно обжарим картошку, нарезав ее крупными кружками. Проверим готовность гуся, и если он готов, будем добавлять картошку. Предварительно поперчить, посолить, добавить лавровый лист. Чеснок добавим за 10-15 минут до окончания приготовления гусика. Теперь добавим обжаренный картофель и еще потушим минут 10-15. Через 10 минут к столу. Приятного вам аппетита, друзья!